Привет, друзья мои. Мы сейчас находимся в Изборске. На границе с Эстонией. Приехали сюда с нашей группой. Стреляй! Для того, чтобы, ну, во-первых, покататься по просто потрясающим здесь ландшафтом, маршрутом. Вместе с Андрюхой Коробом потренироваться. Полтора часа назад мы должны были выехать, а они еще сиськи мнут. Ну, а главное, протестировать шерку в боевых условиях. Ну че, бро, как ты докатился до этой жизни? Ты стоишь и выбираешь свечу. Что это на ногу? Не будем матом их называть, но... О-хо-хо-хо-хо-хо. Живой? Понятно, что многие от нас ждут конкретное видео про мотоцикл Шерка. Какие у него проблемы, сложности, что в нем хорошо, в конце концов. Можно ли его сравнить, например, с какими-нибудь другими мотоциклами? На что обращать внимание и вообще, что, собственно, с ним случилось за определенные моточасов? Количество моточасов. Но перед тем, как сделать это видео, нам необходимо прожить этот опыт, понимаете? Ведь мы же все это не из головы берем. Поэтому мы вот взяли и отправились в Изборск для того, чтобы показать вам все, как мы испытываем мотоцикл. Ну, вот сели, поехали, были с ним сложности, проблемы. Все это вы увидите в этом видео. Для нас это важно. Ну а перед тем, как начать смотреть очередной наш шедевр, хочу пригласить тебя на мероприятие, которое мы устраиваем с Формулы X. Это огромный торговый центр, посвященный мотомагазинам. Давным-давно уже пора дать ему какое-нибудь звание в книге рекордов Гиннесса, как, наверное, самое большое в Европе. Потому что помимо магазинов, ребята, у них еще есть такая традиция, как открывать звезды нашим российским спортсменам. И вот очередная звезда откроется 22 сентября. Это посвященная Александра Фролова и Антона Фролова. Семейство Фролова получит настоящую голливудскую звезду прямо в торговом центре на полу. Поэтому приходи, там будет огромное количество подарков, конечно же, от Формулы X и магазина Enduro Cross. Конечно же, памятные и именные подарочки от семейства Фроловых. Ну и, конечно же, настоящий праздник российского триала. Поэтому приходи, мы ждем тебя, будем и мы там с Павлухой, собственно. Мероприятие начнется 22 сентября. Бери семью, друзей, всех-всех-всех и приходи смотреть вместе на мастер-класс по триалу. Попробуешь и увидишь, на что способны, собственно, мотоциклы по триалу. Парни будут общаться, рассказывать вот это все. Это прям очень классное душевное мероприятие. Мы были там несколько раз. Ну а Фроловых мы вообще очень любим, потому что это настоящие спортсмены и действительно гениальные, на мой взгляд, триалисты. Поэтому приходи, бери семью. Начало 22 сентября в 18:00. Будем тебя ждать, обнимать. Там тоже с тобой увидимся. И, конечно же, погоняем на триале, потыкаемся, попыкаемся. Вот это все, потому что там будет настоящий мастер-класс, дорогой мой друг. Все, продолжаем смотреть видео. Жду тебя 22 сентября в 18:00. Формула X. Все шуточки отпускают они про мой мотоцикл, понимаете? Так вот, смотрите, не прошло и трех дней, теперь говно. Ой, какая непривычная. Добро пожаловать в мир карбюратора. Им все до смеху, так сказать. Первый день езды Шерки, можно констатировать уже следующий вывод, пока что в первые там 30 минут. Она затребовала к себе внимания. Посмотрите, сколько людей собрала вокруг себя. Мотоцикл чувствует своего хозяина, и он также требует внимания к себе. И мотоцикл тоже начал говорить, давайте вокруг меня суетитесь все. Каждый участник группы проехался по Шерочке. Чего? Шерки просто не упал больше, нет. Бабзина приехала. Смотрите, как лежит мой мотоцикл. И это недоступная функция для Шерки на сегодняшний день. Но они говорят, всего лишь 30 тысяч рублей и будет то же самое. Надо просто поставить карп, который не течет вот в этом положении. Правильно? Всего лишь тридцатник. Да, нахуй так лазь, мать. Помните самые моменты, когда я купил Бету? Такая же была история, все меня в этом смысле... Все по-старому, у Шерки, в общем, каждый день нужна одна новая свеча.
перед тем, как сюда отправиться, я успел газнуть по своей домашней трассе. Ну, потому что знаю, каждый бугорочек в нем, каждый бревнышко. И ощущения, конечно, от мотика были довольно странные. Ну, во-первых, он точно мощнее. То есть он вот это вот полки TPI-ные, где надо подкручивать, тут ее нет. Здесь всегда она просто, как бы ты в какой передаче ты не открыл бы газ, всегда все есть. Хочется ехать на нем быстрее. Новую вот вертлявость, вот эта вот бесконечная. Фу-фу-фу. То есть мотик довольно сложно держать на спусках. Мне так показалось. Но зато очень круто ехать подъемы. Потому что когда ты едешь подъемы, у тебя всегда зацеп, и у тебя всегда немножко впереди висит твое переднее колесо. Немного странная модуляция сцепления. Ну, короче, давайте так. Сегодня будет уже нормальный день. Сегодня вечером мы еще поменяем все жидкости, потому что тоже, знаете, будет не очень объективно. Потому что надо поменять масло, надо поменять гидравлику. Ну, там много чего надо поменять, чтобы все это приобрело более-менее какой-то смысл. И только после этого будем уже как-то размышлять, думать и смотреть на этот мотоцикл уже как-то это сам. Надо с ним пожить. Ну а пока, ну вы на канале Семен Дура, пацаны. Если кто забыл, сегодня у нас шерка, первые испытания, первые же эмоции. И все это транслируется, и вам хочется об этом все рассказывать. Сегодня мы в Изборске у Андрюхи Корбова на границе с Эстонией. Специально для того, чтобы прочувствовать вот этот мотик и, так сказать, может даже и кайфануть. Изборск – это деревня в Псковской области. Мы сюда приехали уже не первый раз. Приехали тренироваться, заниматься эндуро и нашими любимыми этими видами спорта. И сейчас у нас зарядка. Раз. Раз. По кругу. Один шажок. Один шаг делаем. Ну, основная задача, конечно, у нас протестировать новую шерку Кирилла. Что же это за такой за аппарат? Василий, смотрите, как ловко слазит с шерки. Просто ловко. Шерка не отпускает его, не хочет. Зажала его и говорит: ну ничего, мы сейчас ее проверим. Ну сломать все. Началось. Вот так вот, смотрите. Не прошло и трех дней. Теперь говно. Нет. Ой, какие непривычные кнопочки. Смотрите, а смотрите, Василий ездит на спорт режиме. Вот дает, а. Ох, ох, она прям. Но! Первое, что я сейчас чувствую, уже вот здесь, вот в этом месте, на сиденье, немножечко больше вибрации, чем здесь, на этом сиденье. Ну ладно, поехали, посмотрим ее в деле. Карбюратор выливает, ты чё? Ёшкин-матрёшкин, я забыл, представляете? Стою такой, смотрю на него, а там же карбюратор, бензин льется. Нужно срочно поднимать. Вот тоже тест вам. Отдыхать нет времени, надо срочно его поднимать, это же карбюратор. Так, все, вечеринка начинается у нас. Сейчас всей вот этой яркой, харизматичной, веселой, за 30-летней толпой мы отправляемся, собственно, потише. Ебать мою шерку? We'll be right back.
уже в пенек. Сюда, сюда, сюда. Ну, Василич! Блядь! Ты чё творишь? Молодец! Лоп-лоп-лоп, давай, молодец! Один непохалявный заехал. Вот на Хонда ты лютый. Почти, почти. Ну, какое-то время уже я провел на мотоцикле, у меня получается, сейчас я вам скажу, пацаны, 3 часа 52 минуты. Тошним по лесу, но я вам должен сказать, мне нравится. С каждым часом мне становится, я все больше и больше привыкаю, я начинаю его понимать. Я уже думаю о том, что, наверное, все-таки звезды надо заменить, потому что они какие-то такие больше скоростные. Подумать, по крайней мере, об этом. Да, есть небольшая вибрация, по сравнению с КТМом точно. Но, в принципе, это не мешает. Очень нравится геометрия. Она прям прекрасна. Ну и, в принципе, мы едем по такому лесу. Я даже не знаю как. Ну, кросс-контрийный. Хотя раньше мы называли это хардом, конечно. Ну, с элементами харда, давайте так. И ничего не кипит, все работает. Сегодня поменяю масло в моторе. Сегодня гидравлику поменяю. Вот. И я думаю, что будет еще лучше. В 2017 году, когда КТМ выпустил свой TPI, у нас в нашем мире эндуро очень много стало споров, разговоров. Говорили про TPI, про инжектор, что это такое, лучше это, хуже он и так далее. Ну, в общем, бесконечно такой вот разделился лагерь на тех, кто топит за карп, и на тех, кто хочет перейти на инжектор, чтобы не париться с этим совсем, что влечет за собой карбюратор. И вот сейчас... В 2022 году, в сентябре, мы вернулись, как будто в 17-й год, в нашем вот этом выезде, в группе, вечерами, вчера перед сном, мы только и говорили о том, что такое карбюратор, лучше он, хуже он и так далее. И знаете, вот я сейчас в группе обнаружил следующую особенность. Посмотрите, сколько мотоциклов на карбюраторе так сложилось здесь. Здесь прям просто вот... адепты карбюратора, которые за него топят. Смотрите, карбюратор бета. У Миши карбюратор 17-го года. Здесь, ну, Шерка, понятное дело, тоже карбюратор. Это бета на карбюраторе. Ну, там, ладно, инжектор. Здесь TPI, карбюратор, TPI, карбюратор, карбюратор. То есть одни карбюраторы. Ну, еще одна особенность все-таки. Бет больше. Шерка, она одна единственная сейчас среди всех. Это такой эксклюзивчик, редкость. Очень много бет, одна шерка и немножко TPI. Вот такое у нас сегодня движение. Василич, ну я тебе хочу сказать сразу, напрямую, что я почувствовал первым делом. Я почувствовал, что за тобой сейчас на шерке ехать менее приятно, чем ехать за тобой, когда ты был на TPI. Знаешь почему? Клубничка не пахнет. Нет, очень сильно запах от... Очень карбюратора. Сильно воняет, прям это дымит у тебя. Главное, чтобы тебя не задымило. Ну, у тебя, в принципе, сальники кавинал-то, видишь? Да. В общем, сейчас, короче, у нас такой вот постоянно ВС карбюратор, ВС инжектор. Ну, карбюратор против инжектора. Мы постоянно такие, какие-то там шуточки и прочее. Маленькая, но очень спортивная вставка про мотоцикл Шерка и вот то, что сейчас с ним происходит. Подержи микрофон. Настройки надо менять. Вечная война. Я думаю, с инжектором на двухтактном мотоцикле будет точно такая же история. Как только его допилят до адекватной работы, как бы в карбюраторе никакого смысла не будет. Ну, потому что ощутимые преимущества инжектора, они как бы налицо. То есть ты не меняешь под погоду жиклеры, не меняешь под высоту жиклеры.
и мозги у тебя сами подстраивают. То есть у тебя, по идее, всегда одинаковая мощность, плюс небольшой расход топлива, и когда мотик падает, ничего не вытекает. То есть это тоже огромный плюс, потому что мотики все валяют, и иногда расход у тебя идет у мотора бензина гораздо больше из него вытекает, чем съедает мотор на хардовых гонках. Это как бы минус. Поэтому как только добьются адекватной работы инжектора на эндуриках, то тут как бы все споры сойдут на нет, потому что в любом случае у инжектора преимуществ больше, чем недостатков. Да, эта система сложнее, она тяжелее, но она дает слишком много плюсов, чтобы от этого отказываться. А если разбирать плюсы и минусы конкретно мотоциклов, которые сейчас есть в эксплуатации, то есть я однозначно за карбюратор, потому что мне нравятся низы мотора, то есть как он едет на низких оборотах, особенно в каких-то хардовых участках, где тебе надо сохранить тягу, и чтобы мотор не глох, где на TPI все время приходится подгазовывать, то есть что мне не нравится. Инжектора плюс расход, то есть он мало кушает, и ты льешь чистый бензин, особенно, допустим, вот ты когда просто едешь кататься, да, есть заправка, ты заехал, заправился и поехал, то есть не надо вести с собой масло, переживать, что если у тебя кончится, ты не сможешь заправить его на заправке, да, потому что не взял с собой масло. Ну, опять же, предпочтение конкретного человека. То есть я однозначно за карбюратор. Доброе утро! Сегодня наступил новый день. Хорошее настроение было. О. До момента. Проснулось все. Природа. Собственно, все. И не изменяет традиции нам мотоцикл Шерка. Пожалуйста, замена свечи еще разочек. Да, вероятно, у нас там не настроен карбюратор. Все по-старому, у Шерки, в общем, каждый день нужна одна новая свеча. В общем, заготовьтесь, если вы ездите раз в неделю, то вам нужно на месяц 4 свечи. Всего лишь? Значит, ну, шутка шутками, а вот в стандартной комплектации карбюратора так уж получается, что нужно это делать. Ну вот сейчас, либо как-то прогревать ее по-другому, либо мы еще как-то не привыкли, не сошли с Зинкой-француженкой, но хотели вот поменять масло, начали греть. Он постоял на холостых, поработал, потом, собственно, дрык, и все. Вот. Бензин капризничает. Да, очередной раз вот такая вот история. В принципе, меня это не пугает, но Пашка меня затискал просто, понимаете, вчера вообще. Ты вернулся в 2017-15 год, зачем тебе это надо? Ты че? Да. У него вибрация, да посмотри на свои локти. Нет, и ногти. Нет, самое главное локти. Подожди, Славуль, показывай его, свечку, показывай. Ну что, надо протереть ее, да и все. Вспоминайте, ребята, действительно, вот это у меня тоже было на КТМе. Вот такая свечечка. Проработала, кстати, по-моему, часов 100. На, вживляй. По француженку. А вот ее. Иногородние импортные аналоги. Мрут, как мухи на российских полях. Так, сейчас у нас тут, собственно, Андрюха Коробов начал крутить карбюратор. Был же нормальный TPI 22 года. Ну что за это самое? Вот превращается в этого, в дурака с отверткой. Слушай, один раз отрегулировал, и все. Начинается вот это вот. А уже карман говорит. Не знаете, как, говорит, сделать, чтобы удобно карман возить с собой отвертку? Значит, смотрите, сейчас подрегулировали карбюратор, хотя, в принципе, вчера все было в порядке, меня все устраивало. Ну, сейчас вот прям помпануал открыли и все расставили. Сейчас поменяли масло. Надеюсь, что сцепление будет немножко получше. Ну и, собственно, сейчас должны подрегулировать задний тормоз. Ну а что это новый мотоцикл? Что вы хотите-то? Ну что вы хотите от нового мотоцикла, пацаны? Как TPI? Да как TPI? Чтобы задиры были в новом мотоцикле. Началось, блядь. Вы про бабу про мою плохо не говорите, а? Вы же знаете. Я больно отношусь. Второй день нашего путешествия по Псковско-Печорской земле. И, в общем-то, все эти дни проходят под эгидой соревнования такого некого неформального между карбюратором и инжектором. Как бы это вот не было. В 22-м году мы к этому пришли. Когда-то, я помню, в 2017 году очень много на эту тему было разговоров, споров, до хрипоты, до слюней. И сейчас все то же самое. Именно поэтому я говорю, что мы как будто бы вернулись в 2017 год. Сейчас с утра мотоциклы не заводятся, их нужно настраивать, менять свечу и прочее. Когда инженерная мысль уже давно шагнула вперед и придумали вот этот TPI, который действительно хорош, и поездив на нем, понимаешь все его преимущества,
Но есть еще одно преимущество у карбюратора перед TPI, это надежность. То есть где-то в горах, когда вы уедете высоко или будете переезжать брод, затопите мотоцикл, то проще, конечно, реанимировать карбюраторный мод, а не инжекторный. Поэтому вот это вот такой ВС карбюратор, инжектор продолжается. Парни, все в эндуро — это пиздец. Никакой собранности, никакой, блядь. Я заебался их ждать. Полтора часа назад мы должны были выехать. А они еще сиськи мнут. Половина переоделись. Но есть некоторые. То шерку заводили, то еще что-то. Короче, блядь, надо с кнутом за ними ходить. Подножка мешается у шерки, вот он стоит, и подножка просто как будто отложена. Тоже недоработка этого мотоцикла, я так считаю. А, блядь, размесили. Не будем матом их называть, но... О-хо-хо-хо-хо. Живой? Не увидел, не увидел. Парень, вот я частенько смотрю канал Севендура. Мне нравится смотреть гонки. Я смотрю, как едут ребята в этих гонках. И я вижу, что на 80% подвески у них не настроены и не обслужены. Обращайтесь ко мне, я бесплатно вас проконсультирую. Внизу есть ссылочка, есть телефон. Я всегда подскажу, что, когда и как вам надо делать. Не стесняйтесь, обращайтесь по поводу подвесок. А вообще, настроенная и обслуженная подвеска – это ваша безопасность. Это кайф, когда вы едете вверх по склону и вас не скидывает с траектории. Когда подвеска проглатывает все камушки и бревнышки. И вы кайфуете от этого. Вы получаете это удовольствие от мотоцикла. Это ваши здоровые локти и колени. То, что вы приехали и чувствуете себя прекрасно. Потому что ваша подвеска вот в таком состоянии. Если вы не понимаете, нужна ли вам прошлая подвеска, вы точно так же можете позвонить, приехать и всегда задать мне вопрос. Я всегда помогу и объясню, надо оно вам или нет. Ну, а если тебе просто надо обслуженную и настроенную подвеску, привози, присылай ее к нам, мы делаем максимально оперативно, быстро сервис вашей подвески. В любое время обращайтесь по всем эндуро-мотоциклам, это не только VIP, это Каяба, Шоа, Йолинс. Все присылайте, все сделаем максимально в короткие сроки. Мы вот на второй день испытания шерки в пути и нашли два, так скажем, косяка производителя. Откровенного тупизма, я бы сказал. Первый — это мотоцикл без подножки, то есть вот этой подножки у него нету. Ну, то есть она как бы есть, но она так сделана, что ты постоянно ногой вот так вот задеваешь эту подножку, она открывается, не мешает нормально ногу поставить. Поэтому оказывается, чтобы нормально на нем ездить, чтобы она не мешала, ее надо снять. И чтобы было как в кроссовом мотоцикле, без подножки. Либо переделывать ее, как-то находить какие-то другие инженерные решения. Второй момент — это тормозная лапка. Смотрите вот сюда.
выше вы ее просто не поднимете, пацаны, все. То есть она не может стоять вот так вот, как полагается, в ровной горизонтали. Но все это, в принципе, регулируется, я сейчас отрегулировал, и мне по кайфу. То есть ничего такого нет проблем. То есть с тормозами проблем нет. Даже в оттяжке ты вполне себе как бы можешь притормаживать. Но все равно. Вот, видите? То есть я просто... Ну, для понимания, чтобы вы понимали, вот я специально отрегулировал себе подножку. Посмотрите, как у меня высоко. Я ногу завожу вот сюда, и когда мне надо, я так раз и касаюсь тормоза. Но здесь она немножечко другая. И я здесь сделал модуляцию поменьше. И то есть вот мне достаточно вот так коснуться, как бы. Но то есть это все равно, ребята, какая-то... ну, какая-то... Недоработка. Недоработочка. Но мне очень нравится, знаете что? Подножечки здесь развернуты вот так вот. И когда тебе нужно подскочить резко к мочку, вот резко вот это сделать. Вот здесь он меньше, чем КТМ. И ты делаешь это очень легко, очень быстро. И бывает такое, что тебе нужно, не знаю, там, вот так вот ты едешь в зацеп. Пам-пам-пам-пам-пам. По какой-нибудь траверсе, еще и в горку. И вот перескакивать с этого мотоцикла, вот это очень быстро можно. Это прям геометрия кайф. Так, ну а как тебе вот эта вот шкурка села, дала, вали? Вообще охренеть! Ты же ездил на КТМе на One Grip, да, или как он? На One Grip, да. Ну, тоже хорошая шкурка. Но здесь это как бы One Grip фактически. Ну, конечно, не One Grip, потому что One Grip, она не промокает. Я не знаю, промокает ли это. Нет, похоже тоже, это же резина. Ну, похоже, да. Вот. Но, тем не менее, сиденечко ты уже порвал. Или оно порвалось само. Где? Вот, села, дала, вали. Посмотрите, вот здесь вот уже она раскрывается. И вот уже, ну, тише. И уже там такая дырочка. Но причем вообще... это явно дырка, которая не задета веткой. Это вот просто она пошла по шву отрываться. Экшен! Он говорит, поснимай меня, покажу как надо. На ноги, на ноги, на ноги! Прямо не надо лупить. Для тренировки надо за мной. Поехали. Сейчас, если он не заезжает, едешь ты. Куда? В горку? Я оставлю, что доедешь. Х2! Стоп, приседание. Давай, на что приседание? На 10. Давай, 10. 10, все. И вы 10, каждый по 10. Анаконда! Не мотивируй! Я на тебя поставил! Не мотивируй. Не мотивируй его? Иисус не мотивировал никого? Приготовьтесь приседать, пищаны. Я верю в тебя! Ложки! Верьте в друзей! В друзей надо верить! Вот так вот! Анаконда, конь! Анаконда что-то проебал.
вообще, чем еще хотите сказать? Да это не призадание, это наклон ее. Что нравится в Шерке? Нравится вот эта вот ее тяга на низах. Дикая. Дикая. Но я бы поработал еще со звездами, потому что не хватает медленного зацепа. И нравится проподвеска. А геометрия что, не нравится? Геометрия и физика никогда не нравится. А мне очень нравится геометрия. Ну, философия больше. Погнали, давай. Третий раз за два дня многовато. Третья свечка за два дня. Многовато. Многовато. Даже при всем уважении к французам. Ну чё, бро, как ты докатился до этой жизни? Что ты стоишь и выбираешь свечу посредине трека в 22-м году? Под конец уже 22-го года, 23-й. Под 40 лет, как это к тебе пришло это? Я понимаю, что баба у меня страшная. Ну вы не понимаете. Не накрашенная. Ну ты марафет просто не навел ей. Ну что вы оскорбляете? Да, как бы это. Ну люблю я ее такую пока. Она... Бьется зато хорошо. Хорошая баба. Ну что ж тупая, зато красивая. Понятно, что вам не нравится. Вибразина. Ну, у нее ноги хороши, скажи, Васильевич. Ноги. Подвеска. Ноги хорошие. Подвеска. Жопа крепкая. Геометрия. Геометрия, опять же. Да. Не, ну хороший же мотоцикл. Ну хороший. Хороший. Молодец. Нет. Поздравляем. Не, ну что? Ну третья свеча, ну и что? Что, свечу что ли жалко? Всего лишь карбюратор наладишь и все. Карбюратор one love.
Ой, тепящик. Зазорчики проверь там у себя какие-нибудь. Задирчики. Задирчики, задирчики. Запела блудница-то. Зим, ну ты чё, блядь? Ты уже третий раз меня подводишь. А? Позоришь меня перед... Перед ребятами-то чё ты творишь-то, а? Третий раз уже за... Третий раз! А потому что Зина не из магазина. Порекомендовал Марио Роман в свое время в Геленджике, когда мы были на стройке, на которых он ездит. Он очень сильно беднит смесь. Он говорит, что избыточно настройка заводская, слишком много льет топлива. Ему это как бы не нравится. То есть это как раз и свечки подзасирает, и много бензина ненужного находится в моторе. Поэтому он это забедняет дело все. Ставит более тонкий жиклер и другую иголочку. Но на самом деле прям мотор мягче начинает работать. И в горах, вот в Геленджике мы катались, прям нареканий не было по работе мотора. И, кстати, он еще советует, если ездишь только в хард, еще уменьшать под масло. То есть мы обычно один к двум, ну, 2% смесь делаем, грубо говоря. Это 200 грамм масла на 10 литров. Да, он рекомендует 170 грамм на 10 литров лить, если вот ездить в хард. Это, кстати говоря, тоже влияет на смесь образования, и мотор работает лучше. Ты нормально, брат, ты че? Да. Иди целуй. Целуй. Иди. Подержи-ка, блядь. Нет, что так? Что ты блядь, там? Блядь, блядь. Ой, 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 хуячик, давай, давай. Давай. Стреляй в него. Стреляй. Подожди. О! Мы прожили два полных дня с Зиной, с новой Шеркой, выходные. В общем-то, влюбленность Кирилла, я думаю, стала не меньше от этого, несмотря на все эти капризы, все эти вот эти вот привыкания, которые требует карбюратор к себе, регулировки, вздыхание свечей и прочее. В общем, те моменты, которые я изначально отметил для себя, мне все-таки, ну, они так и стали минусом для меня лично. Это карбюратор со всеми его проблемами, это подножка, которая теперь не имеет никакого смысла, от нее она, ее толку нету, она мешает езде. Вот это вот не регулирующаяся, не поднимающаяся вверх лапка, оказывается. Да больше не надо это делать. Но плюс сразу хочу отметить в подвеске. Здесь профессиональная подвеска, вот для меня это прям идеально, и действительно в горке я это уловил, едется четко, его никуда не болтает, не швыряет. Это геометрия, которая, видимо, рама, изменено угол наклон вилки в том числе. И это позволяет рулиться мотоциклу, ну просто буквально силой мысли. Он очень хорошо рулится. И вопрос, хочу ли я себе такой мотоцикл? Ну, в связи с моей травмой, все-таки мне уже там за 40, не 20-летний парень, так скажем, Все, значит, суставчики побаливают. Кирилл посмеивается, надо мной ходит. Но нет, мне противопоказан этот мотоцикл. У меня вот эта травма лучезапястного сустава не позволяет мне эти. Поэтому я, наверное, скорее всего, остаюсь на своем привычном КТМе. Очень-очень мне он нравится. А подводя итог, хочется так сказать, вообще не важно, на чем вы катаете. Там, вибрирует, не вибрирует, карбюратор, инжектор. Главное катать, хоть на мотоленде. Это обычно мы так... Чего, ты сравнил Шерку с мотолендом? Нет, я сравнил, что катать, главное катать. Трасса охеренная, Корбов красавчик, парни все эндуро, давай, топ. Собираете и делаете атмосферу среди людей, места и действия
Вы с Пашкой. Короче, я смотрел видео о том, как вы ездили в Псков 2 года назад. Uh-huh. У меня еще тогда ни эндурика не было, и я тогда думал, блин, вот круто бы с такими пацанами подружиться, поехать, вот что-то такое, и прям загорелся всей этой идеей, и вот наконец-то я как бы с вами, причем прям в тех же местах. Понравились треки, понравились здесь. То есть первого дня вот трек был «Петли», которые «Кабана», были шикарные. Ну что, природа, как всегда, она, конечно, хочется возвращаться снова и снова, вообще отсюда не хочется уезжать. А почему ты сюда возвращаешься? Что тебя манит? Здесь очень классные места, очень классные люди, очень красиво, вот. И, в принципе, эндуро, это весело. Ну, главное, что главное? Главное – катать, неважно на чем. Мне кажется, ты просто завидуешь. На карбюраторе? Да. Или на TPI? Я просто... Не понимаю, ты просто влюблен, понимаешь, ты влюблен. Другого объяснения нет. Ну нет, просто нет. Коробку вот сюда надо, коробку со свечами. Да это надо настроить, раз все будет нормально работать. И подножку надо снять. Да, она не нужна. Ну конечно.